Всем привет! На первом видео по игре Lone Star набралось достаточное количество лайков, чтобы я сделал продолжение. Давайте же попробуем. Здесь снова нам на выбор дается один кораблик пока что, другой закрытый, откроется на 5-м левеле. И на этот раз у нас выбор из нескольких пилотов. Ну, естественно, я попробую за котика сыграть. У него Repair Expert, когда восстанавливаем здоровье, дает немножко старкоинов. Попробуем это использовать. Difficulty Mod. Пока что единичка. Можно на нуле, можно на единичке. Ну, попробуем на единичке. Наш противник без специальных юнитов. Хорошо. Difficulty мод, да, вот первый добавился. Хорошо. Начинаем битву сразу же. Улучшаю оранжевую. Мне нужно как-то вот здесь пробить. Так, на единичку пробью тут. И вот здесь на единичку. Противника зеленый лазер. Необычно. У него всего две пушки. Хорошо. Меня это вполне устраивает. Могу сделать две пятерки. Но с другой стороны, если я здесь стрельну мощным выстрелом, тут он меня пробьет легко. Чтобы не рисковать, сделаю так. Оглушаем противника. И следующий наш ход будет уже свободный, спокойный, без получения урона по нам. Что я могу сделать? Посерединке бы... Наверное, две тройки поставить. Чтобы бонус получился. И здесь пятерочка, все, противник уничтожен. Что у нас тут на выбор? Все окружающие этот support unit, атак юниты получают одну силу при старте битвы. Микрокристалл кор. Давайте попробуем воспользоваться микрокристалл кором. Наверняка он лучше, чем basic кор. Я его сейчас пока просто добавлю, потому что у меня еще вес достаточно большой. Исследуем тут что-нибудь. Выберите один юнит. Деграйд. Один рарный юнит можем получить, но потеряем 4 старкоинов. Давайте один рарный юнит получим. Оверлок. Оверлок больше либо равно 3. Генерирует 2 энергии на старте следующего тура. Интересно. Добавлю в арсенал. Все, летим дальше. О, тут у нас Defense модуль легендарный у противника. Тут надо нам 3 или меньше использовать. Вот так вот сделаю. Это раз. Сюда четверочку. Можно пятерку. Кстати. Можно пятерку. Здесь, если больше... Да, если больше либо равно 3. Двойка не подходит. Попробуем вот так продамажить противника. Двойку пока оставил.
Надо было ее улучшить, кстати говоря, я не подумал об этом. Что у нас здесь? Получу много урона. Достаточно. Скорее всего, мне придется увернуться. Чтоб не получить так много урона. Пятерку сюда. Тройку сюда. Двойку помещу вот здесь. Сломаем один щит ему. И четверку, наверное, помещу сюда. Посмотрим, как это работает. На следующем ходу у меня должна быть... Две энергии сгенерировано должно быть. Сюда мне нужно слабенькие поставить. Раз, два. Здесь можно в ноль разменяться, а можно попробовать один урона нанести. Хотя я щит все равно разбивал, ну ладно. Может, он мне выдает белую энергию на выходе, просто не пишется ничего. Генерирует, пишет, что сгенерирует две энергии. Я мог противника уничтожить уже, оказывается. Это если бы добавил. Ну ладно. Все, уничтожаем противника. Выбираем юнит. Генерирует одну энергию. Попробую вот этот взять. Может и пригодится мне в будущем. Это атакующий юнит. Вместо бейсикора можно его поставить. Вот так. У нас 4 дня. Апгрейд 2. Unknown, наверное, возьму. Можно зайти в магазин. Armor Shop. Используйте HP. Ну, давайте попробуем. Ух ты, прикольно. Можно использовать прочность корабля для оплаты. Интересно, если я возьму две вот этих, я выживу в следующей битве или нет? Я бы очень хотел эти два взять. И теперь получается, так, тут фьюэл, ну, попробуем на рандомный, получим атак юнит, давайте атак юнит выберем, буст кор, буст кор, инициатива дает 2 пауэр. Ага, это активируемый получается, да? Ну, попробую сделать так. Не знаю, в следующей битве я выживу вообще или нет. У нас элитный противник. Оу. Получает только один урон. Похоже, что я не выживу. Однерочку сюда. Тройку сюда. Надо будет переместиться обязательно. А тройку не могу, четверку могу только. Здесь у нас только белые. Тогда сюда тройку. Сюда четверку. Сюда шестерку получается. У меня выбора особо нет. Главное не получить урон пока что. Любой урон по мне будет фатальным. Вот заряженная. Тут у нас тройка.
Круто было бы сюда поместить тройку и получить на следующем ходу две энергии. Но, похоже, я уже не успею этого сделать. Включаем буст. А, он тут, по сути, и не нужен был. Этот буст. Неправильно я распределил ресурсы. Придется уворачиваться. Неправильно я распределил ресурсы. Не посмотрел. Четыре, два, три. Пятерка. Тут я атаковать не смогу, поэтому нужно уворачиваться. Два. Три. И вот так. Получаю два урона. Противник парализован. Но, к сожалению, я могу ему нанести только лишь два урона, потому что я хочу сюда энергию поместить. А что я тут могу сделать? Да ничего не могу сделать. Наношу два урона, нужно теперь пробить ему две полосы пробить. Да, вот выдали мне на две больше энергии. Понял теперь, как это работает. Топливо у меня закончилось. Сюда так ставлю, здесь тройку, посерединке тоже тройку, чтобы в ноль выйти. Здесь можно вот так сделать. А, ну по сути я его могу сейчас убить. Да. Уничтожаю противника. Осталось мне два здоровья корпуса корабля. На старте битвы происходит ремонт на 2. Возьму вот эту, наверное, Splinter Cell. И увеличивается у нас вес корабля. Сейчас мне надо бы подремонтироваться прям срочно. Я могу трешер одну найти. Полечу сюда. Получаем 10 старкоинов. И, наверное, полечу на трешер. Что у нас тут? Эксклюзивный для нашего пилота. На старте первого тура все атак юниты получают 2 силы. Прикольно. Могу здесь потерять много коинов. Не, я возьму эксклюзивный вариант. И, наверное, вызову ремонт. 50%. Отремонтируемся. По поводу похода в магазин. Есть ли смысл мне? Хотя у меня 39 коинов. Кстати, от ремонта я получил коины. Может быть, есть смысл мне в магазин попасть. Попробую, наверное. Что у нас тут попалось? О, вот это прикольная штука, я помню. Хорошее оружие. Здесь я попробую выбрать вот эту вот штуковину. И насчет второго
в начале битвы враг получает один урон всегда. Возьму вот этот такой необычный трэшер, но попробуем. Могу добавить, добавлю, наверное. Надо разбавить как-то. Скорее всего, как-то вот так разбавлю. Все, поехали. У нас тут следующий противник, босс. Попробую его победить. Но не факт, конечно, что получится. Топливо у меня всего лишь одно. Так, один. Здесь мы отбиваемся. Допустим. Здесь по серединке я могу 4-4 вдарить. И пятерку наверх сюда поместить. И вроде мы в целом должны будем отбиться. Угу. Когда мы загружаем одну энергию, когда мы получаем одну энергию в руку, мы генерируем одну. Прикольно. Так, надо будет тогда сюда. Раз. Далее. Две четверки могу. Сюда. Сюда вот так. И сюда пятерку могу сделать. А также сюда троечку. Ну, как раз вот все энергии мы потратили. Три, четыре. Так. Могу две оранжевые сделать, получается. А нет, не сделал. А, раз за батл, понятно. Так, использую тогда вот здесь еще раз. Здесь придется мне воспользоваться. Хотелось бы получить вот отсюда одну энергию. Было бы прикольно. Я, наверное, сделаю вот так. Сделаю здесь вот так. Получу один урон, да. Ай, блин. Мне же надо оранжевую. Елки-палки. Ладно, вот так сделаем. Что я не сделал? Здесь пока не буду ничего трогать. Сломал ему щит. Но и получил один урон. По моим счетам. Так, получали мы энергию. Хорошо. Можно две пятерки сделать. Здесь посерединке. Раз, два. Сюда можно тройку. И вот сюда. Да, сюда тройку. Сюда двойку, и мы ее усилим. И пятерка синяя у нас остается, я пока ее оставлю. Один урон нам не хватит. Да, буквально один урон нам не хватит, чтобы уничтожить противника. Ставим как есть. Снова 5 щитов у него. 14 он. Ого, 14 это много. Что я могу сделать? Пятерку усилить. Или вот так вот. Четверку я не могу усилить. Я могу до пятерки усилить вот эту. Раз. Два. И вот здесь попытаться две пятерки поставить. Ну да, два щита получим урон, но это не критично. В целом. Мы противника уничтожаем. Первый босс уничтожен. Хорошо. Ремонтируем все ХП. Восстанавливаем все топливо.
Вот это тоже прикольная штука. Если все слоты заполнены, то наши атак-юниты наносят на 2 урона больше. Все атак-юниты. Ну и вот это тоже прикольная штука. Ладно, возьму Эмберс. Что такое 3 Power? Эффект срабатывает после загрузки в этот отряд 3 единиц энергии. Код загрузки будет сохраняться до тех пор, пока он не будет активирован. 3 единиц энергии. Да, такая, конечно, себе... Такая себе зависимость, ну ладно. У нас 6 дней имеется. Я бы хотел трешер найти. Макс фьюэл можно увеличить. Один юнит апгрейд. Один рарный или легендарный трешер. Вот. Вот это мне нужно. После создания белой энергии увеличьте ее силу на 1. Ну, допустим, пойдет. Осталось 2 дня. Наверное, попробую с энергетическими ресурсами тут что-то сделать. Вот, добавилась у нас троечка здесь. Ну ладно. Полетели. В новую галактику. Поехали. Попробуем сразиться. 7-4-2. Раз. Два. Здесь мы сгенерируем потом энергию на будущее. Далее. Могу 2 пятерки сюда поставить. 2 сюда. Так. Так, 2 пятерки сюда. 2 вот сюда и 3 вот сюда, и получаем 1 энергию, оставим ее на будущее. А мы сваншотал противника, неплохо. Здесь у нас на выбор есть кое-что. На старте 3-го тура все атак-юниты получают 2 силы. Оверлок, вот здесь, больше 4, дает 1 силу. Вот такое себе, конечно. И то. Skip rewards. Ладно, не буду скипать, я не знаю, как это работает. Я все реварды скипну или нет? А ну-ка попробуем. А вроде нет. Так, здесь у нас 2 дня осталось. Shield. А ну-ка. Дает 2 максимального здоровья. 1 максимальный shield point. Это я выберу. Shield point мне интересен. Летим дальше. 2 урона врагу наносит. Ладно. Ничего себе. Вот это противник нам попался. Что я могу сделать? Могу 2 четверки сюда поставить.
продублируется у меня, получается, четверка вот эта синяя. Жаль, что не выпала желтая мне карта. Продублирую, ладно. Теперь что я могу сделать? А, я неправильно сделал. Ладно, здесь отбиваю. Буду отбиваться как получится. Сюда тройку. И сюда двоечки достаточно будет, чтобы пробить. Оглушаем противника. Во, отлично. Желтые карточки мне выпали. Это очень хорошо. Сейчас я сделаю вот так. Раз. Два. Три. Бурст. Теперь я улучшаю. Раз. Ну, как-то так. Хорошо. Получил я, правда, урон, но ладно. Терпимо. На выбор у нас тут рарный есть. Интересно. Инициатива. О, восстанавливает 4 shield point'ов. Возьму на будущее. Может пригодится. 5 дней у нас. Можно отремонтироваться. Можно полететь в магазин. Я сначала отремонтируюсь. Restore 8 HP. Restore all HP. Получить 2 максимальное, но я не получу... Хотя я тут очень мало коинов получу. Но вот максимальное здоровье увеличить, это было бы круто. Увеличиваю максимальное здоровье. И лечу теперь в магазин. У меня 30 коинов есть. Ага. До магазина я не долечу. Значит, я могу получить 5 старкоинов и восстановить 3. Получить 3 урона. Вот этот выберу. Потерять 3 старкоинов, получить... Ой, восстановить 12 здоровья. По сути, я на халявку восстановлю здоровье. Все, летим. Дальше, скорее всего. Может поставить вот этот? 3 power. Дает двойную силу. При загрузке троечки. Не знаю. Наверное, это хороший, он же легендарный все-таки. Юнит. Вместо вот этого может попробовать. Попробую вместо вот этого. Будет у меня раз, два легендарных. Два легендарных уже юнита есть. Полетим дальше. Довольно-таки высокий урон у противника. Что тут можно сделать? Попробовать увернуться, возможно. Тут я только десятку, 6 урона получу. Мощная атака у противника, прям вообще 8, 9, 9, 8, обалдеть. Попробую, наверное, все-таки увернуться. Постараюсь воспользоваться вот этой карточкой. Так, все, уже зарядилась эта пушка. Здесь... А, получается, я 2 должен заполнять. Это 2 и 1 я должен заполнить, чтобы оно сработало.
Понятно. Это мы оставляем на будущее. Теперь две четверки могу сюда поместить. Раз. Два. Здесь пробиваем. Здесь могу улучшить качество. Ну и получить два урона по щитам. А хотя нет. Не получаю урон. А урон получает наш противник. Это у нас элитный противник. Так, уже немножко послабее у него атака идет. По-любому надо заряжать вот эту. Раз. Два. Зарядил. Далее у меня есть две тройки, которые я могу сюда поместить. И здесь у меня очень много урона я могу получить. Вот так. Вот так. И вот так. Получаю одну энергию. Противник не уничтожается, но зато оглушается. Это мне на руку. У него остается 10 урона нанести. Очень маленькие карточки повыпадали. Ну, не страшно. Два. Все, противник уничтожается. Трещур. Дает старкоины. Прикольно, можно много старкоинов нафармить. Возьму побольше старкоинов. Так, здесь можно попробовать восстановление щита добавить. Не знаю, насколько это хорошая идея, но попробую. У меня все-таки 5 щитов. И 4 щита восстанавливать — это довольно-таки неплохо, мне кажется. Тут можно с карточками немного поработать. Можно еще щиты. Давайте макс. О! Теряем 10 старкоинов, получаем больше здоровья и больше щитов. Классно, мне это нравится. Далее можно с карточками все-таки повозиться немного. Или же на рандом понадеяться еще больше. Ладно, рандом. Select 3 юнита и один рандом color slot. Добавьте один рандомный color slot. Интересно. Раз, два, три. Не могу одинаковые. Нет, не могу. Ну ладно, пускай тогда вот так я сделаю. Добавился сюда один синенький. Ну, довольно-таки прикольно. Я думаю, это очень неплохо. Усилил еще этот легендарный юнит. Такой вот у нас босс, Скорпион. Ого. Вот это у него урон. Но мне нужно будет уклоняться в любом случае. Но это меня не спасет от получения огромного количества урона. Загружаем себе сюда хотя бы четверочку. Две четверки сюда могу. А это что такое? Basic Core.
А, это его особенность. Текс. 4. 4. Здесь мы его пробиваем. У него 90 здоровья. Обалдеть. И здесь всего лишь пятерочку могу. Теряю все щиты и теряю 2 здоровья. Очень жаль. Очень жаль, что мне не выпали желтые карты. Какой у него огромный урон. Я просто в шоке. Загружаем сюда как можно больше энергии. Могу еще и девяточку загрузить. А, нет, не могу уже. Все, закончили здесь. Надо будет делать маневр вниз. Сюда загружу тройку на будущее. Далее. Семерку сюда. Пятерку сюда. Четверку сюда. И девятку, и могу получить одну какую-то рандомную энергию. Блин, но с другой стороны, мне бы девятку вот эту оставить на следующий ход, чтобы заряжать вот эту и заряжать вот эту пушку. Оставлю пока так. Противник получает урон. Правда, у меня осталось всего лишь одно топливо, которое, скорее всего, мне придется использовать. Так, девяткой, значит. А, двойка уже и пятерка зарядилась. Вот оно что. Ну ладно, девятку заряжаю все равно. Пятерку могу здесь улучшить. Так, теперь мне нужно посерединке как-то отбиваться. 6, 4. Я его оглушу. Попробую так сделать. А, могу щиты восстановить. Давайте восстановим точно. Хорошо, есть уведомление это. Восстанавливаем 4 щита. Противник оглушен. Получаю я карточки. 9. Еще 9, да, урона. Еще 9. Это уже 18. Двойку вот эту сюда. Тройку сюда. Могу 2 двойки сюда положить. Четверочку на генерацию карт в дальнейшем. Но я его за этот ход точно не убью. Двойка сюда, двойка сюда. Минус 34. Пятерку оставлю, наверное, на будущее. Наношу урон. 29. Здоровье осталось у противника. Блин, у него крайне мощные атаки. Вверх я отбиваю. 2 пятерки могу сюда поместить. Все равно получу огромное количество урона. 5. Синюю пятерку помещу. 5.
Так, сюда тройку по-любому. Еще тройку. У него 6 щитов, обалдеть. Пятерку могу сюда на будущее энергию сделать. Сгенерировать. А девятку придется сюда выкладывать. Но тогда я лишусь возможности на следующем ходу. А вот сюда могу сделать девятку сюда и получу одну энергию. Мне выпадает белая троечка. Обалдеть. О, противник уничтожен. Фух. Получил немного урона по корпусу, но зато получилось пройти. Восстанавливаем все здоровье. При загрузке оранжевой энергии нанесите 2 урона противнику. Прикольно. За каждые 25 сгенерированных энергий дополнительно сгенерируйте 1 оранжевую 9 очков энергии. Хм. Прикольно, прикольно. Ну вот, наверное, вот этот вот. Машинган выберу. 2 урона противнику. У меня, по сути, желтые карточки довольно-таки часто используются. Ладно, машинган возьму. Инициатива. Потратьте топливо для генерации. Оу. Одного оранж поинта 9. Хм. Прикольно. Попробую Fuel Energy. Девятку оранжевую. Так, а вместо чего я могу его поставить? Вот эту я практически не использую. Наверное, вот так пока поставлю. В случае чего, за 1 единицу топлива смогу сгенерировать девятку. Юнит можно найти. У меня 7 дней. В магазин можно попасть. Давайте unknown оранжевый, а потом в магазин, наверное, полетим. Выберите 1 юнит и копируйте все модификации. 1 юнит, добавьте 1 рандомный color slot. Хм. Прикольно. Я даже знаю, что я сделаю. Вот так. Теперь у меня тут еще и беленький слот есть. Обалдеть. Прикольно получается. Летим в магазин. Enter the shop. Получаем 5 коинов. Или вот тут другое, да? Общие предметы не появятся. Давайте в обычный магазин зайдем. Ой, какой слабенький этот магазин. Какой же он слабенький. Саппорт. Магазин можно купить. В начале битвы за каждый имеющийся у вас 10 звездных монет получите 1 максимальное очко щита. О, прикольно. Прикольно. Мне это нравится. Это тоже прикольная штука. Я возьму вот этот. За каждые 10 старкоинов я получаю 1 максимальный shield point. Получается, я 3 shield point могу получить. Хм. Не хочу больше тратить старкоины. Наконец-таки старкоины мне помогают в бою. Это очень приятно. Посмотрим, как это будет реализовано. В бою. В том же самом. Вперед. Мощная атака. Все девятки. Так. У нас не выпало, к сожалению,
желтеньких. Попробую сгенерировать девятку. Девятка сюда сразу же попала. Отлично. Хочу дальше девятку использовать для нанесения урона. Так, 29 урона наносим. А, машинган сейчас работает. Я наношу урон по противнику. Прикольно. Так, дальше что я могу сделать? Могу сюда двойку, тройку. Здесь могу отбить. Все, противник уничтожен, да? Отлично, за один ход получилось уничтожить противника. Довольно-таки хорошо, что так получилось. Не посмотрел я на количество щитов, надо было посмотреть. Давайте вот этот выберем. Три дня. Unknown, репир. Ну, репир мне не нужен, хотя может там попасться увеличение максимального количества здоровья. Давайте рандом выберем. Модификации. Не хочу щиты, чтоб уходили. Ну, надеюсь, я что-то хорошее сделал. Так, вперед. Следующий бой. О, у нас топливо будут забирать. Это плохо. Это очень плохо. Снова мне желтые не выпали. Придется потратить топливо. Скорее всего. Хотя очень не хочется тратить топливо. Но он у меня его все равно отберет. Чем быстрее я закончу этот бой, тем лучше. Так. Тут у нас две четверки могу использовать. Раз. Два. 56 урона можем нанести. Единичку могу использовать. Тройку. Одну девятку преобразовать в две энергии. Не знаю, есть ли смысл в этом. Не хочу лишаться девяток. Оставлю пока. Топлива все равно у меня будет 0, к сожалению. Ох, сколько у меня желтеньких повыпадало. Круто. Две шестерочки. Все, противник уничтожен. Жаль, что потеряли столько топлива. Всего лишь одно топливо остановится. О! Дает топливо в начале боя. Прикольно. Это очень прикольно. Единственный момент в том, что... Вместо чего его поставить? У меня и так уже очень много саппорт юнитов. Наверное, вместо щитов вот этих вот поставлю. Топливо для меня важнее будет. Да, топливо будет намного важнее. Далее, что у нас тут? Юнит, unknown, юнит, unknown, unknown. Давайте, у нас 6 дней имеется. Один максимальный shield point, 2 shield point, 0,4. Превратите максимальное значение щита в 8, но мне это не выгодно. Я возьму за 8 старкоинов 2 щита, вот так. И следующий у нас. Получите 8 урона. И так. Потеряйте одно максимальное топливо. Потеряйте 2 максимального хп. Получите один щит. Я лучше получу урон и получу 2 максимальных щилд поинтов. Обалдеть, у меня уже 11 щитов. Прикольно.
элитный противник против нас. Огромный урон у него присутствует. Буду использовать топливо. У меня 4 топлива, 14 щитов. Прикольно. Делаю ворот, делаю производство вот этой штуки. И сейчас надо будет как-то по возможности противника пробивать. Максимально. Единичку куда я могу положить? Пока никуда. 5,4 могу вот сюда, чтобы отбить атаку. Да, наверное, так и сделаю. Сюда двойку можно... А, сюда смысла нет. Девятку тратить на производство энергии, ну, не знаю, как-то не очень хочется, честно говоря. 20 урона мы ему наносим. Уже неплохо, не получаем урон. Сбиваем один щиток ему. Так, пока у него урон небольшой. Тем временем у меня урон, я надеюсь, будет большой по нему. Тройку сюда. Далее. Тройку можно сюда. Четверку сюда, чтобы отбить. Можно две девятки сюда положить. Есть ли смысл в этом? Ну, вроде бы... Да, противник... Противник вроде бы погибает. Это был у нас элитный противник. Выбираем, что тут мы можем выбрать. При загрузке 9-бальной энергии в атакующий юнит сгенерируйте одну энергию с одним поинтом того же цвета. Хм, прикольно. Увеличивает весь урон, наносимый противнику, на 2. Вот это я выберу, Firebomb. И да, я много пользуюсь, получается, девятками, но я не уверен, что мне нужны столько однерок. Вот в чем дело. Хотя, с другой стороны, я бы мог как сделать. Девятку я делаю с помощью топлива. Потом я ее раз, два сюда. Здесь две девятки, естественно. И уже у меня будет, получается, уже 3 карточки единицы будет. И я сюда могу 2 загрузить. Хм. Или 2 урона. All damage на 2 урона. А как он, интересно, работает, этот урон? Кстати, урон так попроще будет. Здесь что я возьму? Я, наверное, возьму, скорее всего, восстановление щита. Вот так вот. Что у нас на выбор? 7 дней у нас. В магазин я залетать не буду, естественно. Тут можно старкоины попробовать добыть. Юниты мне не нужны. Можно залететь в 2 рандомных места. Получить палет. После того, как слот будет загружен энергией, его цвет ухудшится. Не, мне это не нужно. Мультиклевер. Когда отряд загружает, когда юнит загружает белую энергию, он загружает ту же энергию еще 2 раза. Ну... Наверное, хорошая штука. Ладно, не буду ничего брать из этого. Сейчас я полечу на еще один рандом. Что это у нас за модуль такой? В начале 4-го хода все атакующие отряды получают 4 силы. Бумеранг.
Если атака промахнется во время столкновения, сила этого столбца сохранится до следующего хода. Хм, интересно. Удалить все необорудованные юниты. Тут можно получить... За каждый получить 5 старкоинов. Наверное, это лучше для меня. Это я получу из этого всего 2 щитка. Да, вот это сделаю. Продам. У меня 69 старкоинов. Летим дальше. Тут у нас босс. Снова здоровенный босс. Ох, какой у него урон огромный. Вызываем девяточку. Да. Вот так делаем. И нам надо будет, скорее всего, сделать маневр вниз. Возможно. Потому что не уверен, что я отобьюсь от этого всего. Однерку можно загрузить сюда. Семнадцать урону по щитам он мне наносит. Обалдеть. Вот тут ноль будет, если так. Здесь... Неужели мне придется использовать девятку? Ну вот, 7 урона по щитам я получаю. Ладно, оставляю пока так. На следующий ход. 7 урона по щитам, обалдеть. У меня 3 топлива осталось. А, у него оверлок выходит. Тогда я сейчас сделаю максимальный урон. Максимально возможный урон. Можно даже топливо использовать. Вот эту можно использовать для генерации энергии на следующем ходу. 2 семерки могу сюда зарядить. 6 сюда. Так. 2 семерки я заряжаю вот сюда. 6 вот сюда. 9 сюда. Получаю рандомную энергию. 3. Загружаю ее сюда. И вызываю еще. Вот так. Все, противник уничтожен. Отлично. Очень, очень даже хорошо. Все. Котик у нас становится легендарной личностью. Поздравим его. За час удалось пройти. Открываем мы новый кораблик, нового пилота. Новые штуки разные. Нажимаем continue и все. Вот он у нас следующий Space Walker. Это новый кораблик. Treasure Unlock здесь 39. Здесь 27 всего. А, у него здесь получается какая-то другая механика. Ладно, об этом потом. Посмотрим в следующей серии. Главное, чтобы эта серия набрала или 50 лайков, или поступил бы какой-то донат в поддержку канала с указанием этой игры. Тогда я выпущу следующую серию. Что ж, на этом все. Такое получилось прохождение. Довольно-таки успешное. У нас получился такой очень богатый котик с непробиваемыми щитами. На этом все. Всем спасибо за внимание. Хорошего вам настроения. Всем пока.